Песни, танцы, увлекательные викторины и конкурсы – вот что ожидало молодых людей из нашего округа, которые пришли отметить главный праздник молодежи – День студента – Щелковский центр «Навигатор». Организаторы постарались и придумали для подростков такую развлекательную программу, которая пришлась бы им по душе. Двадцать пятого января 1755 года императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор в этот день у всех студентов праздник, а вот название «Татьянин» он получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, которую православные ежегодно вспоминают в эту дату. Не забыли про всех Тань и в центре «Навигатор». Ваша задача – назвать как можно больше производных от своего имени. Допустим, вот ты говоришь «Татьяна», по очереди это главное. «Татьяна», «Таня», «Танечка», «Тан», все что угодно. Главное, чтобы это ассоциировалось с Таней. Сами же студенты даже в их законный праздник не забывают и о самом главном – об учебе. Я сам студент второго курса. Я думаю, ну для меня это праздник, ну как минимум выходной. Ну, наверное, хороших оценок. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.